Приветики, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Мы дома, мы в городе, в Минске. У нас такая жара, просто жесть. У нас увлажнитель работает просто по максимуму, не выключаясь. И, кстати, наконец-то я созрела. Я крашусь в розовый цвет, ура! И крашусь, представляете, не только я, красится и мама. Сейчас я покажу предварительно результат. Вот, мама немножко так вот освежилась, так сказать, розовый цвет. Настюшка, ты возле увлажнителя? Настя тут лежала такая ногу за ногу. Настя, покажи, иди, как ты лежала на мечах. Настюш, иди покажи, как ты лежала на мечах. Настя все с увлажнителем. У нее мечи — это просто ее сейчас самые любимые игрушки. И вот эта вот книжка сейчас просто топ. Вот эти вот 100 окошек. Так, и у нас здесь в домашней обстановке проходит первая стрижка Настюши. Представляете? Настюшка сидит спокойно, не боится. Настюшка, ты не шевелится, замерла. Молодец, ведет себя хорошо. Включили ей мультик. Настюшка, что, будешь красоткой? К лету надо освежиться, обновиться. Друзья, вот такой вот получился у меня результат. Как вам мой новый цвет волос? Настюша проснулась и меня не узнала. Да? Настюшка, иди сюда. Иди потрогай мамины волосики. И покажи свою причесочку. Да, новые волосики. И Настюшку постригли, сделали ей небольшую челочку. Да, Настюшка? Подойди к маме. Пожалей маму. Нет, а поцелуй мамку. Скажи всем привет! Всем привет! Всем желаем хорошего настроения. Что ты там? Я, кстати, расставила тут всю свою косметику. Хочу, кстати, купить вот таких вот баночек еще из фикс-прайса и полностью весь столик заставить. Да? Едем, едем на машине, едем далеко. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Мы вышли на улицу. Хотела показать при дневном свете, как у меня получился цвет. Как вам, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Я довольна, честно говоря, скажу. Мне нравится. Я давно хотела, давно мечтала проэкспериментировать. И вот, наконец-то, кстати, у нас в Беларуси такая жара в Минске, что, посмотрите, сейчас 5 часов дня. Из 5 часов дня просто вот детей нету. Пустая детская площадка. Но я одела Настюше легко. Одела ей платьице, трусики, шляпку, и все, мы пошли на улицу. Сейчас Сережа приедет, будем его встречать. Немножко погуляем на улице. Настюшка, это самокат? Чужой. Кто-то оставил. Ты хочешь себе такой же? Ну, скоро купим. Вот. Я довольна. Вы знаете, все-таки, когда сделаешь себе прически или когда сделаешь что-то для себя, что-то новенькое, сразу настроение поднимается. Ой, так что врываемся в лето с новым цветом волос. Вот. Все, дорогие друзья, мы будем кататься на площадке. Ну, конечно, здесь такая жара. Настюша, может, пошли в тенек куда-нибудь?